Пазл ручной работы из сосны. Это слон из трех элементов. Покрыт акриловым лаком. Можно поставить на полку. Он стоит. Значит, это бегемот. Тоже из трех элементов. Бегемот стоит только вот мордой в пол. Не хочет на четырех лапах стоять. И вот эта кошка с котенком. Видимо, в кресле-качалке. Все элементы. Это тоже пазл. Но раскрашенный красками. Вот так можно вынуть. И снова ставить. Она стоит тоже. Можно чуть-чуть даже покачать. Это выпиливание по дереву. Техника называется на лобзиковом станке. Это тоже, собственно, такое же дерево. Видимо, сосна.